Короткое замыкание в школе в Песочине произошло из-за лопнувшей лампочки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС. Там рассказали, что лампочка лопнула прямо в плафоне. Очевидцы отмечают, что лампа упала на пол и начала плавиться. Напомним, в понедельник, 16 октября, из школы номер 31 эвакуировали 620 человек. Сообщение о коротком замыкании в школе на Новоселов поступило в 9:55. В результате произошло задымление на втором этаже, но никто не пострадал. Однако выходного школьникам получить не удалось. Уже меньше чем через час они снова приступили к занятиям. У нас эти объекты, они относятся к высокому риску сложности. И первые пожарные подразделения на место прибыли в течение 10 минут и установили, что в одном из учебных классов произошло задымление из-за загорания лампы. Это не единственный инцидент. В субботу, 14 октября, в Рязани из-за пожара эвакуировали посетителей гипермаркета «Леруа Мерлен». Сообщение о происшествии появилось в соцсети ВКонтакте. В целом, сам объект оснащен системой эвакуации и оповещения посетителей и населения, оповещен средствами пожаротушения. Вот это срабатывание автоматическое и не позволило дальнейшему распространению задымления и возможному загоранию. Эвакуировано было где-то около человек 30-50, потому как не было посетителей, это была администрация и охрана объекта. Предварительно установлено, что срабатывание сигнализации произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.